Ну, вверху лежит у меня паля. Паля, ну-ка иди, подними голову, подними, паля. А, паля как лежит, ну-ка. А вот голубь-то смотри-ка, открытый. Надо дружить с ним вместе. Ой, как она. Настоящая большая кошка уже выросла. Сейчас погреб лазил, там рыжая с бузкой. Мышек тискают. Ого. Ну-ка, сейчас я подам ей туда, спихну ее сюда вниз. Возьму ей что-то подам немножко. Тут Володя мне дает рыбки. Чуть-чуть такой кончик-то. Ну, я и дам. Ой, Паля, иди сюда. Иди ко мне. Паля. Вот так. Ну-ка, давай сюда. Вот так, на. Вот он так, ест. Вот она где. Ой, как на нее она смотрит. Вот Паля и рыбку поела. Давай дружи с голубкой. Это не голубка, а сам самец, похоже, голубь. Ой, как надулся. У него что-то поврежденное крыло было или еще где-то зацепился. И тут за собой волочит, оно напачкано. Сейчас отмывал, отмывал его. Вот оно, что поиграть надо, знаешь. Ну, тут плохо видно свет. Однако, это сегодня 29 декабря 2017 года, пятница. У Пали, интересно, очень длинные усы, и в ушах торчат эти антенны. И она очень хорошо слышит. Там где-то маленький-маленький мышонок пробежал около плинтуса за ведром, за поганым, за банками. А она лежала на третьем этаже, мигом соскочила и поймала. Но ей еще полгода нету. Сюда, какая ласковая, голубем рядом, она не знает, что это ее меню деликатесное. Вот с этого времени надо приучать. Видишь, она ее в угол загнала. Сейчас я ее оттуда вытащу. Гуля, пошли сюда. Вот сюда. Вот так. Вот сюда. Ну, Паля, дружи, давай. Так интересно это, жить вместе. Исаия, 11 глава. И лев, и ягненок, и как она. Ну, давай дружить, задевай. Так вот, дружить-то она. Крылья-то вон понизу идут. Вот это нижнее крыло, я сейчас все отмывал его. Ну, не хочет играть, не надо. Паля опасается, чтобы она как-то не клюнула ее. Паля надулась, что игры не принимают. Она осторожно, притом не за голову, а за хвостик, за перышки. А если бы лабузка или это, сразу бы схватила, голову давнула и все, и утащила. Легла. Это что значит? Та молоденькая легла. Если был бы, если голубенок, они бы сейчас ласкались, и, ну, уже упали в возраст большой.
Голубенок за воробья сойдет. Она за воробьями через окно кидается. Ну все тогда. Что-то нашла. И как ласково все. Не трогай пали ее сильно. Вот она где. О, легла опять. Ножки под себя, муфточка. Сейчас еще раз голубя в эту сторону вытащу. Вот она, голубя. Ну-ка. Паля, ну-ка пропусти, паля. Паля, пропусти, пропусти. Вот она где. Ну-ка. Дружба на века. Писали тогда при Хрущеве, раньше еще с Китаем. Дружба на века. Муж она из этого, с этого места загоняет ее. Загоняет ее в угол. Она бежит. Потемки. Ну все тогда. Сходил я воробьев, накормил. Много их тут налетает. Раньше около сотни у меня было. Зиму кормлю их. Жуланов штук 20. Но эти поврось. Вот так.
я стул убрал и все равно залезла. 27 декабря сегодня. Упали еще полгода нету. У голубка крыло повреждено. Здесь внизу коробки нету никакой выступа. И зацепиться нету. А до пола тут в общей сложности тут 1,5 метра теперь до верху коробки верхней. В ушах какие волосы у нее, она это антенны. Очень и очень хорошо слышит. Лучше, чем другие кошки. Как бы кошка была, она бы сапала ее сразу, а это нет. Гладит ее, ходит, уговаривает, чтобы поиграла. Там оправился голубь, она по-кошачьи пытается зарыть. Я убрал еще. Это жесты у нее такие. Сама она знает, куда ходить. Под пол. И все. Отгребает от нее. Такое вот наблюдение. Высоко. Да чего хитрая. Залезла, та не играет, и все, бросила ее. Проводок нашла от Видика. Еще спрашивать еще. Ребенок. Но главное, в ушах вот у нее как эти антенны торчат. Это у других кошек этого нету. Специально прямо пучки. Вот это обрезать, она не будет слышать тогда. Это нельзя делать. И усы, длинные усы, и около глаз выше, антенны все. На мое место села, вот мой место рабочее. И туда смотрят прямо. Да, играть она не хочет. Это она с первого этажа прыгнула на этот, на второй. Полезла. Там Никита спит.
Вот залезла на второй этаж. Это мой первый, я лежу. Так, пошла туда, она может сейчас на третий. Вот, пошла вниз. Куда, куда думает, прыгать что ли? Не допрыгнет, это далеко очень. И там прижимается, хлопнется. Это, ой-ой-ой. Нет, не решилась. А тут метр почти. И там как бы материя была, а то дерево плита. Ну это она уже испытала, слезла туда. Знает, как залезть. Вот так. Опять туда. Покоя не дает голубе. Голубь сидит, это самец. Вот дружба-то никак не завернута. Я... Ну, под нее скребет. Не знает, что делать. Туда-сюда вылезет. Как бы она играла с ней, та, ответной-то ничего нету. Вот она как вывернулась, повисла вообще. Застряла теперь ни туда, ни сюда. Так, нет, опять вылезла. Когти, конечно, ей, когти. Как бы когтей-то не было, она бы хлопнулась. Вот такое дело. Хвост пушистый, сама, ну, сибирская порода. Ей мороз не страшен, наверное. Но я не выпускаю ее пока. Ласковая, ласковая такая. Умница. Веревочку нашла. Про голубя забыла. Вот так вот она. Ходит здесь. Ну что, да благословит Господь живность такую. Охота опять вылезти. Она не знает, что делать. Туда и сюда, туда-сюда. Через верх. Похоже так. Так, здесь все вылезло через верх. И коробка отвесная. А что там? А тут иконостас. Опять ищет ее, где она, голубка. Вот тоже забота. Пошла все что-то отрывать. Вот, Володя на бумажке потащила. Утащил. У меня щетки любят таскать. Обязательно утащит. А дальше она мне неинтересна уже и бросает. Вот я сейчас маленько только под ведро, под одеялом здесь пошевелю вот так вот. Вот это вот. Вот она, чтобы шевелю. Вот она увидала. Сейчас смотрит.
Я сейчас шевелю. Ну-ка, палец смотри. Там внизу еще один голубь сидит. Паля, смотри. Смотри. Ну-ка. Вот она. О! О! Это ящик тут. Она тут. Я там под одеялом делаю маленько. Она ловит его. Ах! Ах, мышка. О, мышка тут, а. Что ты делаешь, а? Володин вальник уронил. Вот такое здесь у нас дело. Покоя никакого нету, девчонки. Кошонка такая, вот она. Голубь хоть бы как-то откликнулся, поиграл с ней. Валенок залезла. Раз назад. Эту бумажку порвать надо ее. Бумажка такая, как туалетная бумага. А те там шевелятся. И она прям притаится, охота туда прыгнуть им. Египетское чудо совершенства. И валенок суется. Однако, было бы два одинаковых котенка, они бы тут... У меня как-то два были там, так и рукомойник слетает. Я его тогда давай привязывать к стенке проволокой. И тазик, и все гремит только. Ох и бегают. Ну, а это, что там, то Никита с ней поиграет. Все. Давай, Паля, куда-то двигайся. То же самое. Ей спать неохота, ничего, но он еще делает. И бумажка ей надо, и голуби. Который раз круговую. Ей бумажка не нужна, вот потащила. Ей главное там, вот она слышит, это шевелится, там вторая внизу голубка, и она шорох-то не поймет откуда.